фальш-панель, отчеркнули по уровню, и она у нас выходит прямо на вентиляцию. Будем ее обходить. Раскрепили уголки для фальш-панели. У фальш-панели будет добор, который будет обходить вентиляцию и розетку. Закрепили добор на уголке. Он у нас не до самого потолка, там будем сделать вставку. И нам нужно отрезать по уровню, чтобы этот добор был строго по уровню выставлен. Закрепили добор. Он у нас там такой клиновидный. И вот так вот. Зато мы выровняли стену, и теперь у нас вот эта вот фальшка пойдет по уровню. Два уголка мы отвернули, потому что они уже нам мешали. Дальше мы закрепили их все на уголки. Сделали вот такую вставочку. Ее намазали силиконом прозрачным и вклеили наверх туда в наш. К фальшивке мы сделали доставку и обули ее в пиццефал. И у нас получилась фальшивка высотой 2,995 по 3 метра. Закрепили фальш-панель. Вот она у нас так стала, на 3000 миллиметров. Закрепили мы ее на уголки с той стороны. Ну, можно на конфирматы, но чтобы меньше было здесь всяких конфирматов, мы ее оставили чистенькой и вот так вот закрепили. А сюда можно еще запенить, чтобы она крепче держалась, и там и пену будет не видно. Замерили наши дверки, ширину дверей, и выяснили, что дверки у нас должны встать вот в этот проем, чтобы у них был хороший перехлест. У них будет вот такой размер проема. Значит, по этому проему мы сейчас и от этого проема мы делаем полки